Люберцы готовятся к старту нового учебного сезона. В округе появится сразу два новых учебных заведения. Строительство школы в жилом комплексе «Люберецкий» посетила наша съемочная группа. Кухня, приятно заходить, когда пирожками пахнет. Появление аромата свежей выпечки на этой кухне придется немного подождать. Из-за пандемии открытие новой школы на Сиреневом бульваре откладывается на два месяца. На сегодняшний день школа готова, но мы планируем ввести школу в эксплуатацию где-то с 1 ноября. Поэтому те детишки, которые проживают рядышком в микрорайонах, они будут определены в те школы, которые поблизости. Все строительные и отделочные работы в учреждении и на прилегающей территории завершены. Пока Госстройнадзор проверяет здание, сотрудники компании-застройщика устанавливают мебель и наводят лоск в кабинетах школы. В августе месяце мы получаем разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. Далее администрация оформляет лицензию на проведение образовательной деятельности. Только после этого современное учебное заведение распахнет свои двери для школьников. Несмотря на почти 100% готовность учреждения, без замечаний со стороны главы округа не обошлось. Глава выявил недочеты в части рекреационной зоны, усомнился в безопасной эксплуатации для будущих детишек. Это лестница, между которой оборудована площадка для, соответственно, того, чтобы школьники могли посидеть, провести какое-то время. Постараемся придумать оборудовать таким образом, чтобы всем детям было удобно, ну и безопасно. Для комфортного обучения детей здесь созданы все условия. Столовая на 720 мест, один актовый зал и 4 спортивных, оборудованные всем необходимым классы. Современное трехэтажное здание будет готово принять 1500 школьников. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.